Ребят, всем привет! У нас сегодня состоялся вот такой небольшой вечерний променад после работы. После дождя мы решили забежать в лес. Ну, как забежать? Заехать, конечно же, в лес и просмотреть свои места, лисичковые места. В том году лисичка пошла уже у нас с начала июня, сейчас пока еще май, но мы все равно проверяем, мало ли что, потому что кое-где, особенно по побережью, у нас уже лисичка пошла. Сегодня тоже у нас был дождь, и несколько дней назад были дожди, тоже неплохие такие, прямо затяжные. Ну, что могу сказать, мы ходим уже с Викторией порядка, наверное, минут 40, чего в лесу только нет. Ни лисичек нет, ни белых нет, ни дубовичков. Короче, ничего нормального нет. Есть дрожалки, эксиди, есть иудины ушки после дождя. Множество, просто множество всяких мицен, плютеев, старых трутовиков серно-желтых, полезли какие-то опята серно-желтые. В общем, все, что не нужно. Поэтому не знаю, что нам сегодня встретится в такой вот тихий лесной вечерок. Поищем, посмотрим, недолго пробежимся по своим местечкам. А вдруг повезет и что-то хорошее сегодня найдем. Итак, что нам сегодня встречается? Это вот такие вот серно-желтые трутовики, которые уже просто не в адекватной форме. Да, они мягкие, то есть можно это все-таки срезать, посмотреть, но сам гриб, он уже волокнистый, он уже невкусный будет, он уже будет как кислый пенечек на вкус, то есть вот смотрите, он уже никакой, поэтому мы оставляем его на размножение. Идем дальше по списку, по сравнению с моей рукой, вот смотрите, ох, сколько там муравьишек, вот такие вот грибочки повылазили после дождика. Это, конечно же, несъедобные грибочки. Это меценки. А мох сегодня какой красивый, зеленый. Обратите внимание. Прям такой мягкий-мягкий. Много такого после дождя. Еще одни жители после дождливого леса. Вот такие вот серно-желтые ложные опятки. Несложно их отличить от съедобных грибов. Даже вот посмотрите по внутренней стороне этого гриба. Ну, совсем не возникает никакого ощущения и желания это попробовать, согласитесь. И они обычно растут прям такой нормальной вот дорожкой. Если обратить внимание и посмотреть, вот смотрите, дальше по дорожке мы можем их найти. Вот, вот, вот. И вот так дальше вся дорожка ими усыпана. Так, Вика идет. Что-то тоже она нашла там в корзиночке моей. Да. Так, что ты нашла? Сажечку нашла, дрожалочку. Показывай. Маленькие эти, дрожалочку. Угу. И сажечку. Хорошенький, да? Хорошенькая, молоденькая. Свежий. Ну да, ну вот такой еще экземпляр, он хорошенький. То, что попались мне, уже были так себе, не очень. А этот еще и ничего. Ну что, идем дальше, посмотрим. О. Вика нашла еще ТСЖ, но он староват. А вон тот. И вот этот вот. Черти где? Ну как же его достать-то? Не сбить никак. Как бы палочка была, мы бы ее... Ну давай, попробуй сбить. Никак не достать. Попробовать. Если сухой, то не берем. Так высоко, жалко. О! Ну да, суховатый. Сухой. Нет, такой оставляем. Да, на размножение. Жасмин цветет в лесу, пахнет обалденно. И мухи роятся на цветочках. Еще один вот такой вот ТСЖ попался, но это прям молодой и хороший. Вот этот можно взять, он прям мягкий, из него прям капля сочится. Давай такой срежем, да, наверное? Да, давай. Попробуй его срезать. Может, конечно, будет твердоват. Он-то вылез, я думаю, еще до дождя. Не, не трой такой. Мягенький? Мягенький, но не совсем, да. Ну, можно, да, взять? Да. А маленький оставляй. Маленький оставляй. С жителем. Да. А этот гриб прям у воды вырос. И вы знаете, он прямо мягкий.
прямо очень мягкий. И вот этот вам вот прям можно взять. Вика, ты знаешь, его прям можно срезать, он прям хороший, тебе может понравиться. Да. Попробуй его надрезать, и он прям такой крупный. Возле водоема. О! О! Хороший такой. Да? Не, нормальный. Хорошо. Сейчас срежем тут мусор. Листики. У меня такой мягенький прям. Режется угу. Как хорошо. Мясистый. Да, прям мясо. Да. Грибная курочка. Будет котлетки. Смотри, сколько там муравьев осталось внизу. О, ползает как. На грибах на наших нет муравьев? Нет, чистенькие. Ну все, забираем тогда. Угу. Пахнет очень. Прям угу. Такой насыщенный грибной запах. Все, берем угу. И идем. А вот здесь, в сыром овраге, мы нашли аурикулярию уховидную. После дождика вот такие вот свежие молодые экземпляры вылезли. Яркие такие, сочные, упругие. И они по всему стволу. И мы их сейчас заберем с собой. Здорово. Каждая третья разведка наша заканчивается хорошим успехом. Поэтому даже если вы не нашли грибов, не расстраивайтесь. Ваши грибы будут впереди. Поэтому мы тоже не расстраиваемся. Пока лесу даем передохнуть. Потому что в лесу сейчас на данный момент практически после дождя ничего нет. Хороших грибов пока мы не найдем. Лес должен немножко отдохнуть после этой влаги. Потеплеет, и тогда, возможно, у нас тоже пойдут грибы. А пока довольствуемся малым. Собираем аурикулярию, готовим из нее салатики и пока ожидаем. Поэтому на сегодня будем заканчивать. Всем пока!